वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नस्तप्रयेषु पपद्रेषु नस्तप्रयेषु पपद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके भक्तिर्भवति नैष्ठिके. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 3. Want to go on this morning, text number 18. Итак, сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 3, текст 18. Бутани Вишно Сурапучитани Дурдарша Лингани Махадбутани Ракшанти Тадбхакти Матапарибьо Матасча Мартьян Ата Сарватасча. Translation. Перевод стиха. Посланников Господа Вишну почитают даже полубоги. Вишнудуты, как и Господь, удивительно прекрасны, и редко кто может их видеть. Они оберегают преданных Господа от врагов и завистников, от стихийных бедствий и даже от меня. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ямараджа так подробно рассказывает о достоинствах вишнудутов за тем, чтобы его слуги не таили на них злобы. Он предупреждает ямадутов, что вишнудуты, перед которыми в почтении склоняются даже полубоги, всегда готовы защитить преданных Господа от врагов, от стихийных бедствий и прочих опасностей, подстерегающих всех в материальном мире. Иногда члены общества сознания Кришны в страхе перед новой мировой войной спрашивают меня, что с ними будет, если она начнется. Они должны быть уверены, что бы ни случилось, вишнудуты или сам Верховный Господь защитят их, как обещано в Бхагавадгите. Материальный мир таит опасности для тех, для всех, но не для преданных. Об этом говорится в Шримад Бхагаватам. Падам падам ятви падам на тешам. В материальном мире опасности подстерегают на каждом шагу, но они минуют тех, кто безраздельно предался лотосным стопам Господа. Чистые преданные Господа Вишну могут быть уверены в покровительстве Господа, и пока находятся в этом мире, должны отдавать все силы преданному служению. Пусть же они проповедуют религию Шри Чайтаньи Махапрабху и Господа Кришны в шире движения сознания Кришны. Свапитам ена бутале, своям рупака дамаям, дадати свападатикам. Вандехам Шри Гуру Шри Йота Падакамалам, Шри Гуру Вайшнаванча, Шри Рупам Саграчатам, Сахагана Рагнатам, Митам Там Саджевам. Sarvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakarnikam Shcha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari
Vrishabhanu sute devi pranamami haripri Vanchakavatarubhyascha kripa sindhu barevacha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyadeshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So we're hearing Yamaraj, the god of death, instruct his servants, the Yamadutas. Итак, мы читаем о том, как Ямарадж дает наставление своим слугам Ямадутам. Right. So the Yamadutas had come to arrest Ajamil, but they had been defeated by the servants of Lord Vishnu. Ямадуты пришли ради того, чтобы забрать Аджамилу, но их прогнали Вишнудуты. So the Yamadutas had never seen these Vishnu Dutas before. Ямадуты никогда прежде не видели Вишну Дутов. So they were very surprised. Who were these people? И они были очень удивлены, что это за личности. So Lord Yamaraj is telling them that these people, they are the servants of Lord Vishnu, and they are worshipped by the demigods. И Ямарадж объясняет им, что это слуги Господа Вишны, которым поклоняются даже полубоги. Now demigods are important. We have to respect the demigods. Полубоги, они очень важны. But they're not pure devotees. И мы должны оказывать им почтение, но они не являются чистыми преданными. They have got the position of demigods, residing in higher planets, heavenly planets, with great power, and they've got that position because of a lot of pious activities. И они живут на высших планетах, на райских планетах, и они обрели это положение благодаря благочестивой деятельности. But they're not pure devotees. Но они не являются чистыми преданными. They're attached to having that position in the material world. И они очень привязаны к тому положению, которое они занимают в материальном мире. They're very much situated in the more goodness much more than passion and ignorance. И они в большей степени находятся в гуне благости, чем в страсти и невежестве. So they are worshipped, they worship the servants of Lord Yamaraj, of Lord Vishnu, the Vishnu Dutas. И они оказывают почтение и поклоняются слугам Господа Вишну, Вишну Дуту. And these Vishnu Dutas, they have four arms, just like Lord Vishnu himself. У Вишнудутов, как и у самого Господа Вишну, четыре руки. Because they have come from, they've come from Vaikuntha planets. Потому что они пришли с планеты Вайкунтхи. Just like in the Vaikuntha planets, all the residents of Vaikuntha, they also have bodily features like Lord Vishnu. Все жители Вайкунтхи, они имеют ту же внешность, что и Господь Вишну. They also have four arms. И все они имеют четыре руки. But there are special features which are only on the body of Lord Vishnu and not on the body of his devotees. There are features only on the body of Vishnu, not found on the body of the devotee. И есть некоторые особенности, которые отличают тело Господа Вишну от тела его преданных. One is there's a special hair on the chest of the Lord, which is called Shri Vatsa. И одно из них – это знак Шри Ватсы на груди Господа, это завиток волос. And then another thing is the Lord carries also a special jewel around his neck called the Kastuba jewel. И еще одна особенность Господа – это то, что на своей шее, на своей груди он носит камень Каустуба.
So these two things distinguish Lord Vishnu from the other persons. И эти две вещи отличают внешность Господа Вишну от других личностей, которые живут в Голгофе. In Lord Krishna's pastimes, when he was residing in Dwarka, there was a great demon named Pondraka. Когда Господь Кришна являл свои игры в Двараке, там также был один великий демон, которого звали Пондрака. And he stuck on two extra arms. И он прикрепил себе две дополнительных руки. And he claimed that he was Vasudev. И он объявил себя Васудевой. Vasudev is another name for Lord Vishnu. Васудева — это еще одно имя Господа Вишну. So Pondraka came there to Dwarka, and he told Lord Krishna that you should give these symbols of Vishnu to me. I am Vishnu. И Пондрака пришел в Двараку и сказал: ты должен отдать эти символы Господа Вишну мне, ибо я являюсь Вишну. Right. Lord Vishnu has four arms, and he carries the four different symbols. He has the lotus flower, and the conch shell, and the club, and the Sudarshan chakra. Господь Вишну имеет четыре руки, в которых он держит цветок лотоса, палицу, сударшина чакру и раковину. Yeah, the lotus flower and the conch shell are for the devotee. Цветок лотоса и раковина, они предназначены для преданных. And the club and the sudarshan chakra are for the demon. Палица и сударшина чакра, они для демонов. Lord Vishnu kills the demons. Господь Вишну убивает демонов. Krishna, when Krishna is in Vrindavan, he is Shamsundar Krishna. He doesn't kill demons. Кришна во Вриндаване — это Кришна Шьяма Сундара, и он не убивает демонов. So when the demons come there, it's Vasudev Krishna who kills. И когда демоны приходят туда, Кришна действует как Васудева Кришна, чтобы убить их. So there's a little difference between Vasudev Krishna and Shamsundar Krishna. В этом есть отличие Васудева Кришны от Кришны Шьяма Сундары. Shamsundar Krishna is for enjoying with the gopis. Форма Шьяма Сундары Кришны, она предназначена для наслаждения с гопи. Vasudev Krishna is for doing all the other things, like being on the battlefield at Kurukshetra and killing the different demons. А Васудева Кришна делает все остальное. Он участвует в битве на Курукшетре, например, или убивает демонов. So, Shamsundar form of Krishna is only in Vrindavan. Таким образом, форма Кришны Шьяма Сундары находится только во Вриндаване. So we're hearing how the servants of Lord Vishnu, they look just like Lord Vishnu. Итак, мы читаем о том, что слуги Господа Вишну выглядят точно так же, как сам Господь Вишну. And Yamaraj tells, he said, it's very rare that people see that. И Ямарадж говорит, что люди очень редко видят их. Very rare. Now why? They're not, because they have special functions. They don't reveal themselves to everyone. Just like Lord Krishna is not seen, he can only be seen by the pure devotees. So these devotees of Lord Vishnu, they are also pure devotees. They're also not so easy to see. И люди редко видят их, потому что Вишну тут является чистыми преданными Господа. И подобно тому, как Господь являет себя только чистым преданным, так и Вишну-дуты очень редко являют себя людям. And the Vishnu-dutas have a special service, which is to come and protect the devotees. У Вишну-дутов есть особая функция, особая задача приходить и защищать людей. And they protect the devotees from different enemies and different demons. И они защищают преданных от различных врагов и демонов. From some envious people, sometimes people are envious of the devotees and give trouble to the devotees. So the Vishnu dutas protect the devotees. От
также Вишнудута защищают преданных от тем, кто враждеб... от тех, кто враждебно относится к преданным. And they protect the devotees also from the Yamadutas, from Yamaraj. И также они защищают преданных от Ямадутов, от Ямараджа. Because they're devotees. A devotee means without sin. Потому что они являются преданными, а преданный — это значит тот, кто не имеет грехов. A devotee, just like devotees, we vow to follow religious principles: cleanliness, mercy, austerity, truthfulness. И как преданные мы даем обет следовать четырем принципам: чистоте, милосердию, правдивости и аскетичности, аскетизму. That's a qualification of someone to be a devotee, that they give up sinful life. И это является квалификацией того, кто является преданным. Такой человек оставляет всю греховную деятельность. So sinful life is based on these things: meat eating, intoxication, gambling, and illicit connection with the opposite sex. Греховная жизнь основана на следующих вещах: на мясоедении, азартных играх, употреблении интоксикации и незаконных отношениях с противоположным полом. But devotees give up all these sinful things. Но преданные оставляют всю эту греховную деятельность. They take care to avoid all these sinful things. И они прилагают усилия для того, чтобы избегать этих греховных вещей. So sometimes people are envious of a devotee and they will give them trouble. И некоторые люди иногда очень враждебно относятся к преданным, поэтому создают им всякие неприятности. And the Vishnu Dutas will sometimes come to protect them. И иногда Вишну Дуты приходят для того, чтобы защитить преданных. Just like Ajamila, he was going to be taken by the Yamadutas. They were ready to take him to hell, to Yamaraj, to be punished. Например, Аджамила, он уже был на пороге того, на пороге смерти, и Ямадуты пришли для того, чтобы забрать его в ад. Because actually Ajamil had done many sinful things. Потому что на самом деле Аджамила сделал очень много греховных поступков. In his youth he was born in a good family and he had a good wife, a chaste wife, but he had become degraded. Он родился в очень благочестивой семье, у него была очень хорошая жена, но он деградировал. He gave up his wife and he went off with another woman. Он бросил свою жену и ушел к другой женщине. This other woman was a very poor character. She was a drunkard. И эта женщина, у нее был очень дурной характер, и она выпивала. So Ajamil also became very sinful. He began to drink alcohol, to gamble. They were having children together. И Аджамила стал тоже очень греховным. Он стал выпивать, стал играть в азартные игры, и у них были дети. And even in his old age, Ajamil had young children. И даже несмотря на свой преклонный возраст, у Аджамилы были маленькие дети. But by some good fortune, he had called the youngest child by the name Narai. Но благодаря счастливой случайности самого маленького ребенка он назвал Нарай. Some devotees must have requested him that when your wife delivers the child, call the child, give the child the name Narai. Несколько преданных попросили его, когда твоя жена родит ребенка, назови его именем Бога. So Ajamila was often calling the name of his youngest son. И Аджамила часто произносил имя самого младшего своего сына. And because he was regularly calling the name of his son, he got some benefit, because that name was the name of the Supreme Lord. И поскольку имя сына было именем Верховного Господа, конечно же, Аджамила получила от этого очень большое благо. The holy name is so powerful that even though one may chant without having the desire to chant the holy name, but if one utters that name without thinking that he's chanting the name, he gets the benefit.
Святое имя настолько могущественно, что даже тот, кто повторяет его, не задумываясь о том, что это и есть Святое имя, получает великое благо. It is said even if a Muslim man is pierced, if he's killed, you know, if a boar somehow pierces the body of this Muslim, then the Muslim may call out Haram, meaning alas, or feeling, you know, feeling of great disappointment and regret. But because he said Haram, he gets the benefit of chanting the holy name. Есть такая история, когда боров своими клыками проткнул тело одного мусульманина, и тот от досады, от недовольства тем, что произошло, он выкрикнул слово «харам», которое именно выражает вот это вот недовольство. Да? And sometimes people chant the name jokingly. They also get the benefit of chanting the holy name. И он, поскольку это плохое имя, слово похоже на имя Господа, он получил от этого большое благо. И иногда люди произносят святое имя в шутку и также получают благо от этого. The holy name acts wherever the name is chanted, even though people may not have the intention to chant. И святое имя, оно работает, когда бы люди не произнесли его, даже если люди произносят его невнимательно. There was a great devotee of Lord Chaitanya. His name was Gadarha. And he desired to make the ruler of the village, who was a Mohammedan, he desired to make him chant the holy name. Один преданный Господа Чайтани, его звали Гададхара, однажды решил сделать управителя одной деревни мусульманина преданным. So it happened that one night, in the middle of the night, this devotee went into the home of this Muslim man. И однажды ночью этот преданный пошел в дом этого мусульманина. And the Muslim man was lying on his bed, sleeping. И мусульманин лежал в своей кровати, спал. And this devotee came into his bedroom and called out, I've come to get you to chant the holy name. I want you to chant Hare Krishna. И этот преданный, ворвавшись к нему в спальню, закричал, я пришел для того, чтобы дать тебе святое имя. Я хочу, чтобы ты повторял Хари Кришну. So the Muslim man was sitting, he was on his bed, he opened his eyes, he looked up, he said, what are you doing? Why are you coming here in the middle of the night? И мусульманин с просонья сел на своей кровати, открыл глаза и спросил, что ты делаешь здесь посреди ночи? And he said, I've come to get you to chant Hare Krishna. И преданный сказал, я пришел, чтобы дать тебе святое имя, я хочу, чтобы ты повторял Хари Кришну. He said, oh, go home, I will chant Hare Krishna tomorrow. Мусульманин сказал, пожалуйста, иди домой, я повторю Хари Кришна завтра. And the devotee said, oh, thank you very much, you chanted Hare Krishna. И преданный сказал, о, спасибо большое, вы уже повторили Хари Кришна. You've begun your spiritual life. Вы начали свою духовную жизнь. So even though people may see all these Hare Krishna people, they get the benefit of chanting Hare Krishna. Иногда люди могут говорить, о Боже, опять этих кришнаиты, и даже произнося это, они получают большое благо. Sometimes people, newspaper articles would come about Hare Krishna. Иногда в газетах появляются статьи о Хари Кришне. And sometimes they may say things which were not very good, but so long as they said Hare Krishna, Prabhupada said very good. И иногда в этих статьях появляются вещи, они такие не очень хорошие, показывают преданных не в очень хорошем свете. И Прабхупада говорил, о, в этой статье есть Хари Кришна, очень хорошая статья. If someone would write article, Prabhupada's spiritual master would simply look and see how many times they said the name Krishna. So long as they say Krishna, then print the article. И духовный учитель Шрилы Прабхупады, когда ему давали на проверку какие-то статьи, он смотрел, сколько раз в статье упоминается, есть слова Хари Кришна. И в зависимости от этого он давал разрешение на печать. He did not worry, oh, is the article written nicely? Is it a good article? Is it interesting? He just wanted to make sure the name Krishna is there.
И его не волновало, как написана эта статья, хорошо или плохо. Для него было главное то, что в ней были имена Кришны. Because when Krishna is there, then there can be no Maya. Потому что там, где есть Кришна, там не может быть Майя. Right? Krishna is like the sun, and Maya is like the darkness. Кришна, он как солнце, а Майя как тьма. So when the sun comes out, there's no more darkness. И как только солнце поднимается над горизонтом, больше нет места тьме. And where Krishna is there, where there's the name Krishna or the chanting of Krishna, then there can be no Maya. И там, где есть имя Кришны, повторение имен Кришны, там нет Майи. So Srila Prabhupada explains that sometimes devotees are worried that, oh, there's going to be a war, there's so many dangers in the world, there's so many terrorists now everywhere, where our lives are very uncertain. И здесь Прабхупада в комментарии пишет, что преданные иногда беспокоятся, ой, сейчас в мире очень много беспокойств, вдруг могут быть войны или так много террористов, и наша жизнь такая нестабильная. What will happen to us and so many dangers in the world? Что же случится с нами, в мире так много опасностей? So, there's danger everywhere, in every step. In the material world. Опасность есть везде, на каждом шагу в материальном мире. Prabhupada quotes the verse there. Padam padam tad vipidam natesham. Шрила Прабхупада цитирует этот стих. Prabhupada was in the hospital. Prabhupada had a heart problem. They took him to hospital. And the doctors, they took this big needle, huge needle. И однажды Прабхупада попал в больницу, и у него были проблемы с сердцем, и врач взял огромную-огромную иглу и воткнул ее в тело Прабхупады. И спросил Прабхупаду, вам больно? Прабхупада ответил, преданный, он всегда терпелив. And then he quoted this verse. И процитировал этот стих. Самашритае падапалавам палам махатпадам пуньяешо марари бабам будхир ватсападам падам падам тадвипидам натеша. That when a devotee surrenders to Krishna, then they take shelter of the lotus feet of Krishna. The material ocean of existence becomes like a small drop of water. In the footprint of a calf. Когда преданный предается Господу в Кришне и склоняется к его лотосным стопам, предается его лотосным стопам, тогда все материальное существование вмещается в лужицу из-под копыта теленка. To cross the ocean of material existence would be a very big job. How to cross an ocean? You can't swim across an ocean. И пересечь океан материального существования очень сложно, только представьте, как пересечь океан. But when we surrender to Krishna, that ocean becomes tiny, tiny little drop of water. Но когда мы предаемся Кришне, этот океан превращается лишь в каплю воды. You don't need a boat anymore. И вам больше не нужна лодка. So for a devotee, there's no karma. Для преданного поэтому нет кармы. Everyone is suffering from their karma. They're all put into different kinds of miserable conditions on account of their material life. Каждый страдает от последствий своей кармы, от каких-то страдая в каких-то последствиях своих действий. But for a devotee, there is no karma. Но для преданных нет кармы. Because he surrendered to Krishna, so all karma is gone. Поскольку они предаются Кришне, вся их карма уходит. Just like when we worship Tulsi Maharani. Это подобно тому, когда мы поклоняемся Туласи Махарани. Right? And we walk around the Tulsi tree and we chant the mantra. И обходя вокруг Туласи, мы повторяем мантру. Яни кани ча папани брамахатьядикани ча тани тани прадашанте прадакшина паде паде.
just simply by going around that Tulsi tree, even if you killed a Brahmana, you're free from the sins. Эта мантра означает, что обходя вокруг Туласи Деви, вы освобождаетесь от всех грехов, даже от такого греха, как убийство Брахмана. Now to kill a Brahmana, that's a serious thing, because Brahmana is very dear to Lord Krishna. Убийство Брахмана – это очень серьезная вещь, потому что Брахманы очень дороги Господу Кришне. The cows and the Brahmanas are both very dear to Krishna. Коровы и Брахманы, они дороги Господу Кришне. Namo Brahmana Devaya, Go Brahmana Hitaya Cha. Go means the cow and the Brahmana. They're both very dear. Krishna loves the cows and he also loves the Brahmanas. Эта строчка говорит о том, что Кришна любит коров и также любит Брахмана. But if you kill a Brahmana, then if you worship Tulsi Devi, you circumambulate Tulsi, you get free from the sin. Но если вы вдруг убили Брахмана и у вас есть Тулси, то можно бы, обойдя вокруг Тулси, избавиться от этого греха. Of course, we shouldn't take advantage. We shouldn't think, oh, I'm going to kill some Brahmanas and go around to it. Конечно, мы не должны думать о том, а мне можно убить Брахмана и ничего. But this verse is given to us to show us the power of worshipping Tulsi. Просто этот стих показывает нам силу поклонения Туласи. And it's also said, by once chanting the holy name, one can be freed from all of his past sins. И также говорится, тот, кто единожды произнес святое имя Господа, освобождается от всех своих прошлых грехов. We have to chant the name properly. Конечно, мы должны повторять святое имя должным образом. Without offense. Без оскорблений. Then we get all the karmas removed simply by chanting. Тогда мы освободимся от всей кармы только благодаря повторению. So a devotee understands simply by doing devotional service, it's no more karma. И преданные, просто занимаясь преданным служением, избавляются от кармы. When we accept initiation, then also spiritual master takes away all the karma. И также, когда мы получаем инициацию, духовный учитель забирает у нас всю карму. So devotee is not suffering karma. Поэтому преданные не страдают. And Prabhupada also quotes here, Krishna promises in the Bhagavad Gita, he told, he said, I will protect my devotee, they will not perish. И Шрила Прабхупада здесь цитирует Бхагавад-гиту, я защищу своего преданного. And Krishna tells Arjuna, declare it boldly, O Arjuna, my devotee will never perish. И в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, Арджуна, говори всем о том, что мой преданный никогда не погибнет. Krishna told Arjuna, you tell everyone, Arjuna, they will believe you, they don't believe me. И Кришна сказал Арджуне, ты должен сказать это, ибо они поверят тебе, но не поверят мне. They don't believe Krishna, because sometimes Krishna has to tell lies. Они не поверят Кришне, потому что Кришна иногда лжет. Sometimes he has to break his promise. И иногда он нарушает свои обещания. Krishna made a promise, like he promised, I'm not going to fight in the battle of Kurukshetra. Как однажды он дал обещание, я не буду сражаться на битве на Курукшетре. So Bhishma was coming to kill Arjuna. И Бхишма уже был готов убить Арджуну. Arjuna's chariot had got in trouble, Arjuna was in danger, Bhishma was coming to kill him. Колесница Арджуны попала в опасную ситуацию, Бхишма уже был готов убить самого Арджуну. So Krishna saw the situation, Krishna picked up the chariot wheel, he rushed towards Bhishma. И Кришна, видя это все, схватил колесо от колесницы и бросился на Бхишму. Now Krishna shouldn't have done that. He should not have done that. Но Кришна не должен был делать этого. Because he said, I'm not going to fight. Потому что он сказал, что я не буду сражаться. But he broke his promise. Но он нарушил свое обещание. Because he wants to protect his devotee. Потому что хотел защитить своего преданного. So sometimes Krishna breaks his promise. Поэтому иногда Кришна нарушает свои обещания. And also he's a Brijbasi. И, конечно же, он Брижбаси. Krishna is from Vrindavan. Кришна из Вриндавана. And it's common knowledge that people in Vrindavan may often tell lies.
И все знают, что люди из Вриндавана частенько подбирают. People don't usually like to believe them. И обычно люди не верят им. Because they're known to be untruthful. Потому что они знамениты своей неправдивостью. So Krishna says to Arjuna, you tell it. И поэтому Кришна говорит Арджуне, ты скажи ему лучше. Because Arjuna is a king. He's a royal family, he's a kshatriya, their words are true. Потому что Арджуна, он из царского рода, он из семьи кшатрия, и все его слова являются правдой. Maharaj Yudhisthira, the older brother of Arjuna, was famous that he never ever told a lie. Старший брат Арджуны, Юдхиштхира, был известен тем, что он никогда не говорил лжи. Even when Krishna told him to tell a lie, he didn't like to. И даже когда Кришна попросил его солгать, ему не понравилось это дело. Right during the battle of Kurukshetra, they were fighting, and Drona was very difficult to kill. Drona was defeating all the army of the Pandavas. На поле битвы Курукшетра Дрона сражался очень яростно и уменьшал количество солдат в армии Пандавов очень стремительно. Дрона was their teacher. He was a great fighter. He knew all the military arts. He knew how to fight. И он, Дрона, был учителем Пандавов, и он был учителем военного искусства, и он знал, как сражаться. So they were worried how to defeat Drona, what to do. И Пандавы были обеспокоены тем, как же победить Дрону, что же делать. So Krishna gave them a trick. He said, tell him his son is dead. И Кришна предложил им такой обман. Скажите ему, что его сын мертв. The son of Drona was called Ashwatthama. Сына Дрона звали Ашватхама. So he said, you tell him Ashwatthama is dead. Поэтому скажите, что Ашватхама мертв. If he knows his son is dead, he won't fight him. Если он знает, что его сын погиб, то он больше не будет сражаться. Но Махарадж Юдхиштхира прежде никогда не говорил неправды. Он сказал, я не могу сказать этого, я не могу солгать. Махарадж Юдхиштхира был так праведный, он не хотел сказать лжи. Он был настолько правдив, что не мог сделать даже это. So they made some special arrangement. И они кое-что придумали. There was an elephant called Ashwatthama. В их армии был слон, которого звали Ашватхама. So they said, tell him Ashwatthama, the elephant is dead. И нужно было сказать Ашватхама, слон. So they killed the elephant Ashwatthama, and then they announced, Ashwatthama is dead! Ashwatthama is dead. И для этого они убили слона Ашватхаму и сказали, Ашватхама, слон, мёртв. So Drona heard this, oh, Ashwatthama is dead. Then no need to fight anymore. И Дрона, услышав, что Ашватхама мёртв, подумал, всё. Нет смысла больше сражаться. So Drona sat in meditation and he entered into samadhi. И Дрона сел в медитацию и ушел в самадхи. And they killed him. И они убили его. So Krishna was telling Arjuna, my devotee will never perish. А Кришна сказал Арджуне, мой преданный никогда не погибнет. So what does it mean? Что же это значит? Does it mean we won't suffer in the material world? Значит ли это, что мы не будем страдать в материальном мире? Does it mean we're not going to die? Значит ли это, что мы не умрем? Of course, we're all going to die one day. Конечно же, однажды все мы умрем. We have the material body. Body takes birth. It's going to die. И у всех у нас есть материальные тела, которые однажды рождаются и однажды умирают. Does it mean we're not going to get disease anymore? Значит ли это, что мы никогда не будем болеть? I had one experience in China. One devotee, one man there, he took
took initiation, and a few months later, doctors told him he had cancer. Был у меня такой опыт, что один преданный в Китае принял обет инициации, и через несколько месяцев доктор сказал ему, что у него рак. So he was really disturbed. He said, "How can I preach to my friends? They know I've taken initiation into this, and now I've got cancer. So they will say, 'See, they did not protect you.'" И преданный был этим очень обеспокоен. Он говорил: "Ну вот, как же я теперь буду проповедовать своим друзьям? Ради этого я принял инициацию, а теперь они скажут: 'Ну вот, ты принял обет инициации, посмотри на себя, что с тобой произошло.'" Krishna didn't help you. Кришна не помог тебе. You got this disease. У тебя такая болезнь. So I told him, I said, no, I said, it's not. Krishna doesn't say you won't get disease just because we surrender to him. It doesn't mean we won't get disease. Я сказал: нет, это не значит, что когда мы предаемся Кришне, мы получаем такие болезни. But you should tell your friends that your friends are also going to die one day. Ну, ты должен сказать своим друзьям, что однажды они тоже умрут. And when they're preparing for death, they don't know how to prepare for death. И они не знают, как подготовиться к этой смерти. But a devotee knows how to prepare. Но преданный знает об этом. A devotee is not afraid of death. Преданные не боятся смерти. Just like Dhruva Maharaj, one devotee, when death appeared, death personified appeared before him. He stood on the shoulders of death personified and entered into the Vaikuntha aeroplane to go back to Dwarka. И был такой преданный Друва Махарадж, когда олицетворенная смерть появилась перед ним, он на ее плечах вошел в царство Вайкунтхи. So a devotee is not worried about death because he understands death is simply the change of a body. И преданные не беспокоятся о смерти, они знают, что смерть это просто смена тела. You give up one body, you take another body. Вы оставляете одно тело и получаете другое. Nothing to be lamented. Здесь не о чем скорбеть. Just like you have an old car and you get a new car. Как, например, у вас есть старая машина, и вы получили новую. Are you going to lament, oh, my old car? Будете ли вы страдать от того, моя старая машина? Oh. No, we'll feel happy, I've got a new car. Нет, мы счастливы, о, у меня есть новая машина. So why should you lament about the old car? Почему я должен страдать, скорбеть о старой? So this body is also just a vehicle for the soul. We give up the old body, one body, we take another body. И это тело, это лишь транспортное средство для души. Мы оставляем одно тело и приобретаем другое. What does Krishna mean then? What, my devotee will never perish. We're still going to get old age and disease and death. So where's what kind of protection is Krishna giving us? И что же имеет в виду Кришна, говоря, что мы преданные никогда не погибнем? Мы все рождаемся, стареем и болеем и умираем. Что же имеет он в виду? Krishna protects our devotion, that we will never lose our devotion. Кришна защищает нашу преданность. Он говорит о том, что мы никогда не потеряем преданности. There was one devotee named Chitraketu. Жил один когда-то преданный, которого звали Читракету. Now, Chitraketu, he was an interesting person. He was a great king, and he had many wives, and he wanted very much to have a son, but none of the wives could give him a son. Это была интересная личность, и у него было очень много жен, и он очень хотел сына, но ни одна из его жен не могла дать ему. So finally, he got a blessing from great sages. They told him that here. Take this food, give it to your wife, and she will have a child. И однажды он получил благословение мудрецов. Они сказали: вот, возьми эту пищу и дай ее своей жене, и она родит тебе сына.
But they warned him that this child will bring you some happiness, will also bring you some distress. Но они сказали, этот ребенок принесет тебе счастье, и также он принесет тебе горе. So he thought, oh, very good, I get a child, I get some happiness, okay, some distress, all right, no problem. И царь подумал, о, у меня будет сын, это такое счастье, ну, некоторые проблемы, ничего страшного. So he gave the special food to one, to the first wife, and she delivered a son. And then all the other wives, they were all envious that, oh, she gave the birth to the child, we don't have any child. И он дал эту особую пищу своей первой жене, и она подарила ему сына. Но зато все остальные жены преисполнились зависти. О, у нее появился ребенок, а у нас детей нету. So they were so upset, they decided to give poison to the child. И они были настолько расстроены, что они дали яд этому ребенку. And the child died. И ребенок умер. And when the child died, then the king was broken hearted. He was greatly upset. И когда ребенок умер, царь очень-очень страдал. So then the sages came again, who had given the food, and they told him, they said, you know, you don't have to lament so much. It's not such a big thing. И снова появились эти преданные, эти мудрецы, которые дали особую пищу царю, и они сказали, ты не должен скорбеть об этом. And they preached to him, and they enlightened him with spiritual knowledge, and he became a great devotee. И они дали ему духовное знание, дали ему понимание, он стал великим преданным. So one day this great devotee was traveling, and he traveled into the land where Lord Shiva lives. И однажды этот великий преданный путешествовал и пришел на землю, где жил Господь Шива. And Lord Shiva was sitting. Lord Shiva usually he doesn't have a home. He lives under a tree. И у Господа Шивы нет дома, он живет под деревом. And he has a very powerful wife, Durga. She controls the material energy. У него очень могущественная жена Дурга, которая контролирует материальную энергию. So Durga and Shiva, they're always together. And Mother Durga was sitting on the lap of Lord Shiva. Shiva и Durga, они всегда вместе, и Durga сидела на бедре Господа Шивы. And in front of them, there were many other great yogis and sages. И перед ними было много других йогов и святых мудрецов. So this devotee came there, and he saw Lord Shiva sitting there with his arm round his wife, with his wife sitting on his knee, and all the great yogis and sages sitting in front of them. And he thought, look at this, look at Lord Shiva. И этот преданный, увидев, придя на землю Господа Шиву, увидев эту картину, как сидит Господь Шива у него на колени, его жена Дурга, и он обнимает ее за талию, а перед ними много йогов и мудрецов, и он подумал, о Боже, посмотрите на этого Шиву. He thought it's not very appropriate that Lord Shiva is, you know, a great renounced person, and here he is sitting with his wife, embracing his wife in front of so many great yogis and sages. Такая отреченная личность, как Господь Шива, сидит со своей женой в обнимку перед таким количеством йогов и мудрецов. You know, all right, you have a wife, you can embrace your wife, but, you know, you don't want to do it in front of so many people. Ну ладно, даже если у тебя есть жена, хорошо, ты можешь обнимать ее, но зачем делать это прилюдно? It's a private affair, you know. It's usually things are done in private, not in front of great yogis, see? Такие действия, они обычно являются чем-то частным, очень-очень личным. И их не нужно выставлять на показ, особенно перед йогами и великими мудрецами. So the devotee laughed at Lord Shiva. He said, look at Lord Shiva. И этот преданный посмеялся над Господом Шивой. Посмотрите на него. And Parvati, the wife, she was not happy. She was upset that who is this person? He's laughing at my husband. И Парвати, она была очень недовольна. Кто эта личность, которая смеется над моим мужем? And she cursed Lord Shiva. She cursed this devotee. И она проклевала. And she cursed him that you
you behave like this, you're not fit to be in the body of a devotee. You should take birth to something. И она прокляла его. Ты недостоин быть в теле преданного, и ты родишься как демон. So this curse took effect, and the devotee, when he was cursed like this, he said, oh, "All right, thank you." He fell at the feet of Mother Durga, and he said, "Yes, Mother, thank you very much. I've offended you. You punish me. It's great." И преданный, услышав это проклятие, он сказал: "О, спасибо, Мать Дурга, ты прокляла меня, но я очень тебе благодарен." And so the great devotee took birth as a great demon. И этот великий преданный принял рождение как великий демон. And he was really huge. He had this huge body. It was gigantic. It covered the sky, and he was ferocious looking. И у него было огромное, гигантское тело, которое упиралось в небеса, и у него был такой огненный, гневный взгляд. Just like these Yamadutas, the servants of Yamaraj, they're not very nice looking. У него был ужасный внешний вид, ну как у слуг Ямараджа, Ямадута. When people see the Yamadutas, they're terrified. Когда люди видят Ямадутов, они приходят в ужас. Sometimes you often see people dying people, and they see the Yamadutas that come before them. Иногда можно видеть, когда умирающие люди, они могут видеть Yamadutas, которые приходят за ним. And they scream, they're very afraid. They pass stool and urine because they see these terrifying people. И они кричат, они находятся в ужасе, они испражняются или мочатся под себя, потому что они приходят в неописуемый ужас от их вида. Yamaraj was telling the Yamadutas, he was telling them, the Vishnu Dutas are worshipped by the demigods. И Ямарадж говорит своим слугам Ямадутам, Вишну Дута — это те, кому поклоняются полубоги. So he said, nobody worships you people. Но никто вам не поклоняется. The Yamadutas, nobody's going to worship them. Ямадуты абсолютно никто не поклоняется. They're horrible looking persons. Они выглядят просто ужасно. So this devotee was cursed to become a demon, very horrible, huge, big demon. And he, because he's a demon, he's fighting against the demigods. И этот преданный получил тело этого огромного ужасного демона. И поскольку он был демоном, он сражался с полубогами. But even as a demon, he never lost his devotion, because in his previous life he'd been a devotee, so he still had his devotion from his previous life. Но поскольку в своей предыдущей жизни он был преданным, его сердце эта преданность осталась, несмотря на то, что он родился как демон. And even though they were fighting, he was fighting in the mood of devotion. И даже когда он сражался в настроении преданности. And he was telling the demigod, you can kill me, it's very good, I'll get free of this body. И он говорил полубогам, ну убейте меня, я наконец-то освобожусь от этого ужасного тела. So it's a very nice pastime in Srimad Bhagavatam, how this devotee becomes a demon, and how he still got his devotion. Это замечательная история, описывается в Шримад Бхагаватам, как преданный получил тело демона, и в его сердце осталась преданность. And he was given that body of a demon just to take away any attachment he had to the material world. When he just lived this body. Yeah. И когда он оставил тело демона, он избавился от всех привязанностей к этому материальному миру. So that he can go back to Godhead quicker. И поэтому он быстрее смог вернуться обратно к Богу. Just like Gajendra, the elephant. А подобно тому, как слон Гаджендра. Was fighting the crocodile. Сражался с крокодилом. Right? And then Lord Vishnu came and killed the crocodile. И появился Господь Вишну и убил крокодила. Gajendra complained to Lord Vishnu. И Гаджендра жаловался Господу Вишну. He said, you killed him. He said, he gets liberated. Ты убил его, я думал, что он получит освобождение. I was the one who prayed to you. Я молился тебе. You came in answer to my prayers. Ты пришел в ответ на мои молитвы. But you liberated him. А ты освободил его. I'm still here in this elephant body. Здесь, в этом теле слона.
I'm still this dumb elephant body. Please take me out of this elephant body. В этом теле слона, пожалуйста, освободи меня из этого тела. So, Krishna protects us in all situations. Таким образом, Кришна защищает нас во всех ситуациях. But of course, we have to surrender. Конечно же, мы должны предаваться. Surrender means faithfully following principles, chanting Hare Krishna. И предание значит с верой следовать четырем принципам и повторять Харе Кришна. Becoming attached to Krishna. Стать привязанным к Кришне, привязаться к Нему. Krishna cares for His devotees. Кришна заботится о своих преданных. And He answers their prayers. He knows what is actually good for the devotee. И Он отвечает на их молитвы. Он знает, что действительно нужно Его преданным. Sometimes we may pray for silly things, for ordinary material things. Иногда мы можем просить его о каких-то обычных материальных вещах. So Krishna will be very reluctant to fulfill these kind of prayers. Кришна не очень любит выполнять такого рода молитвы. But Krishna wants all of us to come out of this material world and go back to Godhead. Но Кришна призывает нас вы освободиться из этого материального мира и вернуться домой к Богу. And to attract us all to go back, he comes here himself and performs his pastimes. И чтобы сделать это привлекательным для нас, он сам приходит сюда и проводит здесь свои игры. He sends his devotees here. He sends his devotees to this world. He sent Prabhupada, he sent Bhaktisiddhanta Sarasvati. They came from the spiritual world. They came here. Он посылает в этот мир своих преданных из духовного мира, таких как Шрила Прабхупада или Бхактисиддханта Сарасвати, и эти преданные приходят сюда. It's all Krishna trying to help us to bring us out of this Maya in the material world. И Кришна старается помочь нам, чтобы вырвать из этой Майи, которая существует в этом материальном мире. And so we have to take shelter of Krishna, hold on to His lotus feet. И поэтому мы должны предаться Кришне, держась за его лотосных стоп. So the devotees, like Prabhupada, they're at the lotus feet of Krishna. We hold on to them, then we get shelter of Krishna. Такие преданные, как Шрила Прабхупада, они всегда находятся у лотосных стоп Кришны. И когда мы держимся за стопы таких преданных, мы также находим прибежище у Господа Кришны. And Prabhupada's present in the form of his Krishna conscious movement. И Шрила Прабхупада присутствует здесь в форме его движения сознания Кришны. And his books, all of his books, his devotees. Во всех своих книгах и его преданных. So we take shelter of these things. We have the shelter of Krishna. И когда мы принимаем прибежище у этих вещей, мы принимаем прибежище у самого. There's no danger. Это не опасно. Devotee is not fearful. Devotee is not afraid of anything. Преданные не боятся ничего. Prabhupada said he remembers as a young boy, it was the war time, and the planes were coming over Calcutta and dropping bombs. Шрила Прабхупада вспоминал, когда он был совсем маленьким, шла война и в небе повсюду над Калькуттой летали самолеты, сбрасывали бомбы. Prabhupada said he would sit under the kitchen table and eat his kachoris. И Прабхупада рассказывал, как он сидел под кухонным столом и ел свои качори. Prabhupada said, I'm not going to give up my prasadam just because they're dropping bombs. И он говорил, я вообще не собирался бросать свой прасад только потому, что отовсюду падают бомбы. For devotee, there is no problem. Поэтому для преданных это не является проблемой. Prabhupada told also one time, he said there was a great famine, there was no rice. И также Прабхупада рассказывал, как однажды был очень большой голод, не было риса. And the price of rice became more than, it increased
one day the price of rice increased 20 times the original price. И за один день стоимость риса выросла в 20 раз по сравнению с обычной стоимостью. You know, Bengali people, they have to eat rice. Вы знаете, что бенгальцы, они должны есть рис. There's no rice, they can't, they starve. И когда нет риса, они голодают. But the price went up, became so expensive, nobody could afford. Но цены подскочили, и никто не мог позволить себе этот рис. How to manage? Как же быть? Prabhupada said, for the devotees, there was no problem. That Krishna was providing. Ну, для преданных, Шрила Прабхупада говорил, это не было проблемы, Кришна все устроил. Krishna says he takes care of the devotee. Кришна говорит, что он заботится о своих преданных. We just have to take shelter of Krishna. И мы должны просто принять прибежище у Господа Кришны. We see Sudama Brahmana. Например, Судама Брахмана. A very poor Brahmin. Очень бедный Брахмин. And he went to see Krishna. И он как-то отправился встретиться с Кришной. He brought Krishna some dry rice. И он принес Кришне сухой рис. Krishna took a little handful. И Кришна немного попробовал. And because Sudama gave everything, that was everything he had. He had no food in his home. But somehow they got some little piece of rice. И поскольку это было все, что Судама имел в своем доме, он принес все это Кришне, небольшое количество риса. So he gave everything to Krishna. Krishna gave everything back to him. И то есть он отдал Кришне все, и Кришна в ответ отдал все ему. But Sudama accepted everything in the mood of renunciation. Но Судама принял все это в настроении отречения. Quickly he went back to God. И очень быстро вернулся обратно к Богу. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Any question? Есть ли какие-то вопросы? Hare Krishna. Спасибо большое, Махарадж. Мы знаем, что я Махарадж является полубогом. Thank you very much, Maharaj. We know that Yamaraj is demigod. Mm-hmm. И к какой категории относятся его слуги? Ямадуты, вот такие уродливые, страшные. And what category his servants, these awful Yamadutas, terrible? What category are they in? Yeah. Well, Yamaraj is not only a demigod, he's one of the Mahajans. He's one of the 12 authorities on devotional service. Yamaraj, он не только полубог, он является одним из 12 Mahajan авторитетов. So Yamaraj is a, you know, he's a very special demigod. Поэтому Yamaraj очень особый полубог. Not all the demigods are Mahajans. Не все полубоги являются Mahajanами. Something like 33 million demigods, or 330 million demigods. Существует 33 миллиона полубогов. But there's only 12 Mahajans. Но только 12 Mahajan. So Yamaraj is one of the great authorities. He's a great devotee. И Ямарадж, он один из этих великих авторитетов, он очень великий и преданный. The Yamaduras are his servants, so they're blessed to be the servants of a great devotee. И Ямадуты являются его слугами, и у них есть благословение быть слугами великого преданного. But they just have this very unpleasant service to do. Но они должны заниматься таким не очень лицеприятным служением. Even Yamaraj does not like his service. He knows it's not a very pleasant service. Даже самому Ямараджу не очень нравится его служение, потому что оно не очень приятно. You have to punish the sinful. Потому что он должен наказывать греховных людей, личности. So the Yamaduras, their job is also to go and arrest, to take that soul out of the body and to bring the sinful soul to Yamaraj for punishment. И деятельностью Ямадутов
является то, что они приходят и вынимают душу из тела греховной личности и приводят ее к Ямараджу. There are some descriptions of the soul leaving the body and the tortures, the suffering which the living entity goes through as he's taken to hell. Шримад Бхагаватам описывается, как страдает та личность, которая приходит в Ямадуте, как она проходит через все эти страдания и затем идет в ад. The soul has to go a very long road, very far, and there's no water and no food on the way, and the servants of Yamaraj are whipping and beating the person along the road. И эта личность, она должна пройти очень долгую дорогу без еды и воды, она очень страдает, и слуги Ямараджа, они постоянно избивают ее. And there are dogs also with them, and they bite the person. И с ямадутами рядом идут собаки, которые кусают личность. So, the Yamadutas, they have to carry out this service on behalf of Yamaraj, but they're fortunate that they can associate with Yamaraj and they can hear from him, just like we're hearing how Yamaraj is instructing them. И ямадуты занимаются такого рода служением под руководством Ямараджа, однако они очень удачливы, потому что они имеют возможность общаться с таким великим преданным, как Ямарадж. So they're servants of a great devotee. That's a great blessing to be connected to be the servant and have the association of a great soul. То есть они являются слугами великого преданного, и это очень большая удача иметь возможность общаться с великой душой. So these Yamadutas are, you could say, they must also have some appreciation, some devotion for the Supreme Lord. И мы можем сказать, что эти Ямадуты, они также имеют какую-то привязанность к верховной личности Бога. Initially, they didn't know there was a Supreme Lord. They simply knew Yamaraj. They were following him. Но они не знают о существовании верховной личности Бога. Они знают только Ямараджа, они следуют только за ним. But because he is a great devotee, therefore he can deliver them. И но поскольку он является чистым великим преданным, то он ведет их за собой. Just like it said, one incarnation of Buddha came. And Buddha came to trick the atheists. Мы знаем, что приходила инкарнация Господа, как Господь приходил как Будда, и он пришел для того, чтобы обмануть атеистов. Buddha led the people away from the Vedas. He said, "Don't follow the Vedas, just follow me." И Будда уводил людей от следования ведам. Он говорил: "Не следуйте ведам, следуйте за мной." So they followed Lord Buddha, and because Lord Buddha was supreme, because he's the Lord himself, so they all got delivered. И все все люди шли за Господом Буддой, следовали за ним, поскольку он был сам Господь, все освободились. You don't need the Vedas, just follow me, just do what I do. Не нужно следовать ведам. Просто идите за мной, делайте, что делаю я. So, if you follow the right person, then you get delivered from the material world. Просто нужно следовать за правильной личностью, и тогда вы получите освобождение из этого материального мира. So the Yamadutas, because they're serving Yamaraj, they're also fortunate souls. И поскольку Ямадуты были слугами Ямараджа, они были очень удачливыми душами. It's up to them how much benefit they take from the association of Yamaraj. Это уже зависит от них, сколько блага они получат от общения с Ямараджем. But the Yamaduras have been told also not to go near, not to arrest anybody who is wearing neck beads or who's chanting the holy name or who's marked with the
But Tilak, the symbol of Lord Vishnu. Но его тут там было сказано, что никогда не подходите даже близко к тем, кто носит конхимал на своей шее, у кого стоит знак Тилаки на лбу. So the Yamadunas are told, don't ever go near the devotee. То есть ему тут там было сказано, что никогда не подходите близко к преданным. So that's the disadvantage. For the Yamadutas, that's a disadvantage. They don't get to go near devotees. Это их неудача на самом деле, неудача Yamadutas, что они не могут приближаться к преданным. The only association they get is with Yamaraj. Они имеют общение только с Yamarajem. They hear from. Они слушают его. One question of mine from online chat. There was a person who was watching our lecture. He said it was very interesting, and he said the translation was good. And he is wondering that you are not look like an Indian person. You look like a European. So, what was the impulse for you to accept this philosophy? Why did you accept this? Well, this philosophy is not Indian. This is a non-sectarian philosophy. It's meant for all mankind. Эта философия не является индийской, она предназначена для всех людей. It's meant for anyone who's inquiring about the nature of life, the purpose of life, who wants to understand the absolute truth. И эта философия предназначена для всех тех, кто ищет истину, кто вопрошает об абсолютной истине, ищет правду. So in my student life, I was also searching and looking for guidance, trying to understand the meaning of life. Будучи студентом, я также был в поиске, я искал истину, и я искал того, кто бы направил меня в жизни. So at that time, I was introduced to the Bhagavad Gita. Я искал цель своей жизни, и в это время я познакомился с Бхагавад Гитой. Later on, I was able to contact devotees. И позже я познакомился с преданными. And then I also met my spiritual teacher, who was from India. И затем я встретил своего духовного учителя, который был из Индии. But he was not presenting simply a philosophy of India. Но он не представлял просто философию Индии. But he's presenting knowledge which is for everyone. Но он представлял знание, которое было предназначено для всех. The Vedas is literature. The Vedas are scriptures which are meant to guide all mankind. И Веды — это священные писания, которые дают наставления для всех людей. The knowledge of the Vedas is all meant for everyone. It's not meant for just Indian. И те знания, которые находятся в Ведах, они предназначены не только для индусов, они предназначены для всех. The miseries of life are there for everyone. For everyone, there is old age, disease, death. Страдания в мире существуют для всех. Все испытывают болезни, все стареют и умирают. Everyone has to give up this material body one day. We have to know how to prepare for the future. И каждый однажды оставит свое тело, и мы должны знать, как подготовиться к этому будущему. So I got the answers to all my questions from my teacher. И все ответы на свои вопросы я нашел у своего учителя. So I was convinced that I should also utilize my life to distribute the same knowledge as my teacher distributed. И поэтому я решил посвятить свою жизнь распространению этого знания так же, как и сделал это мой учитель. Any other questions? Еще есть? Я хотел спросить, он недавно приезжал в Шагапал, и он в своей лекции упомянул, что Господь Читания оставил после себя в Читании Чайтанте, в каких-то писаниях, такой метод Юта Вайраги,
some time ago, just Ram Shagapal has come to us and he told us about one method that written in Chaitanya Yukta Vairagya. И вопрос в чем? Хотел бы услышать об этом методе. Я пока еще не... Он просто упомянул, что такой метод есть, но я как бы не, еще не успел познакомиться с ним. That such a method exists, but didn't explain what is it. So just the question is... He wants to know what is Yukta Vairagya. Yes. Well, Vairagya means renunciation, means giving up. Вайрагья это значит отречение, это значит избавление от каких-то вещей. Yukta Vairagya means renunciation in relation to Krishna, to God. И Yukta Vairagya это означает отречение, которое связано с Кришной, с Богом. And so Lord Chaitanya taught that we don't have to reject everything. Господь Чайтанья говорил, что мы не должны отказываться от всего. You know, some people may say, "Oh, this is Maya." Некоторые могут сказать, "О, это Maya." Like, women are all Maya. Например, как все женщины это все Maya. Don't see any woman. Вообще не смотри даже ни на одну из них. Some people go to Himalayas, want to sit in the cave because then no Maya. И некоторые люди именно поэтому хотят отправиться в Гималаи и сидеть там в пещере, потому что там нету майи. There was this one man from India. He was famous because he never touched any money. В Индии есть один человек, который стал знаменитым, потому что он никогда даже не прикасался к деньгам. There was a picture of him with money on the table, and he would go. Есть такая фотография, где рядом с ним на столе лежат деньги, и он так от них подальше держится. So that is artificial renunciation. Это ложное отречение, показное. We want to use everything in the service of Krishna. Мы хотим использовать все в служении Кришне. We engage the women also in the service of Krishna. И мы также задействуем женщин в служении Кришне. We don't say only men, we say everyone. И мы говорим нет, только мужчин. Women are also souls, and the soul is also a part of Krishna. Женщины тоже души, и они частички Господа Кришны. So the ladies also are servants of Krishna. Поэтому женщины также являются слугой Кришны. And money is also useful in the service of Krishna. И деньги также очень полезны в служении Господу Кришне. So, false renunciation is to reject something, to say, this is Maya. Ложное отречение – это отказ от чего-то. Мы говорим, это Maya. But Yukta Vairagya, actual renunciation in relation to Krishna, is to use everything for the service of Krishna. И Yukta Vairagya, то есть отречение, связанное с Господом Кришной, это значит то, что мы используем все в служении Господа. Just as we see this camera and this computer, it's being used in the service of Krishna. Например, эта камера или компьютер, мы все это используем в служении Кришны. We may say, this is Maya. Мы не говорим, это Maya. It can be Maya. It depends how you use it. Однако это может быть Maya. Все зависит от того, как вы это будете использовать. We said yesterday, you have a knife. A doctor will use it to heal someone. Как вчера мы приводили пример с ножом. Доктор использует нож для того, чтобы спасти чью-либо жизнь. But the same knife can be used by a criminal to kill or injure, to stab someone. Но тот же самый нож может быть использован преступником, чтобы убить кого-то. So we have to learn how to use everything properly. Поэтому мы должны учиться, как использовать все надлежащим образом. So Lord Chaitanya taught this Yukta Vairagya. И Господь Чайтанья называет это Юкта Вайрагья. That nothing actually belongs to me.
что на самом деле ничего не принадлежит мне. We were born nothing, we came with nothing in our hands. Мы пришли в этот мир с пустыми руками. So nothing belongs to me. И ничего поэтому мне не принадлежит. It belongs to Krishna. Все принадлежит Кришне. We use it for Krishna's service. И мы используем это в служении Ему. Just like you work in the bank. Например, вы работаете в банке. And you have a lot of money there. И там много денег. Count the money. Вы считаете деньги. I renounce all this money. И такие говорите, я отречен от всех этих денег. It's not your money. How you can renounce it? Это же не ваши деньги, как вы можете от них отречься? You may say, no, I renounce all this money. Но вы можете сказать, о, я отрекаюсь от этих денег. You're only working in the bank. It's not your money. Ты просто работник этого банка, эти деньги не твои. So in the same way, people say, I renounce this world. И таким же образом люди говорят, о, я отречен от этого мира. It's not ours to renounce. Но он не наш для того, чтобы от него еще и отрекаться. So, what we should do is use everything in the service of Krishna. И то, что мы должны делать, это использовать все в служении Кришне. That is actual renunciation, yukta vairagya. Это и есть истинное отречение, юкта вайрагья. You also have vairagya like the monkeys. The monkeys appear to be very renounced. А, также можно такой привести пример вайрагии отречения, например, обезьяны. И они все кажутся отреченными. If you see the monkey in Vrindavan. Например, если вы видите обезьяну во Вриндаване. Many monkeys there. Много обезьян там. And we think, oh, monkeys very renounced. Мы можем думать, о, обезьяны такие отреченные. He lives in the tree. Живет на дереве. He's naked. Без одежды. Living naked, so renounced. Такая отреченная. Some people they do that kind of renunciation. А некоторые люди также практикуют такого рода отречение. They're naked. Они ходят без одежды. Right? They're renounced. Отреченные. So the monkey is renounced? То есть обезьяна получается отреченная? No. Нет. He has many family, many wives. У обезьяны обычно очень большая семья, много жен. So many children. Столько детей. You много. See the monkeys, they're big families. И вы видите всегда обезьян большими семьями. Everywhere they're going, they're giving trouble, stealing, taking things from people. Take this girl's glasses. И они повсюду ходят вот этими своими большими семьями и приносят людям беспокойство. Они обязательно что-нибудь крадут или что-нибудь отбирают. Так, допустим, у девушки раз очки забрали, и эти очки тоже забрали. Food, если у вас есть с собой какая-то еда, они еду у вас заберут. Ну, они не очень отличаются. So some people, they also do that kind of they're renounced, but their renunciation is like the monkey. И иногда люди практикуют такого рода отречения, но их отречение подобно отречению обезьяны. Some other people, their renunciation is very temporary. У некоторых людей отречение носит очень временный характер. Just like maybe somebody dies in the family, some friend or some family member dies, and then you go to the funeral. Например, кто-то из членов семьи или друзей умирает. Right? You go to the funeral, you're taking the body, you go there, and, you know, everybody is very sad. И все идут на кладбище, и все, ну, люди несут тело, и все такие очень грустные, печальные. And we are talking, this life is nothing, there's miserable, this life, there's no purpose. Все разговоры сводятся к тому, что жизнь такая временная, столько много страданий в ней. We feel very unhappy, we're not thinking about enjoying. И все мы так несчастны, и мы не думаем даже о каком-то наслаждении. Because you see the person, your friend has died. Потому что вы видите, что ваш друг ушел, умер. And we are thinking, what is the purpose of life? Мы думаем, ну, в чем тогда смысл жизни? But then the next day, or two or three days later, ну, there is a party. Ну, на
следующий день или через 2-3 дня он у вас вечеринка уже какая-то. Они год упарти. Вы идете на вечеринку и там радуетесь, наслаждаетесь. Приятно проводите время в наслаждении. So there is renunciation like that, that you go to the funeral. У вас такое отречение. Doesn't last very long. Пошли на кладбище и тут же на вечеринку. То есть не длится слишком долго. So that kind of renunciation is not really renunciation. Такого рода отречение не является истиной. Lord Chaitanya taught yukta vairagya. Yukta means in relation to Vishnu, Krishna. И Господь Чайтанья говорил yukta vairagya. Yukta значит связанное с Господом Вишну, с Кришной. We give the example. In 5,000 rupee. Note is in the street, and the karmi he takes it for his own self to spend. Ну, например, на дороге лежит 1000 рублей, и карми подходит и кладет ее к себе в карман. Oh, I'm lucky! I found 5,000 rupee. I'm going to enjoy. И он думает: о, я нашел эти деньги, 5,000 рублей. I will get a bottle of vodka. Я такой счастливый, я сейчас пойду куплю бутылочку водки, я попью, понаслаждаюсь. But somebody else sees the money and they say, oh, Maya. Но кто-то увидит эти деньги и скажет, о, это же Maya. Don't touch it. Не прикасайтесь. Take the money, I will do bad things, bring material desires, just bring trouble. Нет, эти деньги не приносят одни беспокойства. Just leave it. Просто оставьте. But the devotee will take the money and he'll give it, use it for Krishna. Но преданный возьмет эти деньги и использует для Кришны. They will bring, offer to Krishna flowers and fruits. Он предложит Кришне цветы и фрукты. So that is yukta vairagya. Такова yukta vairagya. Don't take it for yourself, you give it to Krishna, use it for Krishna. Вы не берете что-то для себя, вы используете это для Кришны. So Lord Chaitanya taught that kind of renunciation. И поэтому Господь Чайтанья говорил именно об этом виде отречения. Now some sannyasis, Mayavadi sannyasi, they take sannyas to renounce the world. Некоторые саньяси, майявади саньяси, они становятся отреченными и отвергают мир. To go away from everything. Они уходят от всего. But Lord Chaitanya teaches sannyas is to use everything in the service of Krishna. Но Господь Чайтанья учит, что саньяс это использование абсолютно всего в служении Кришне. That is the correct kind of renunciation. Это правильное поведение в отречении. So we all want to be renounced like that. We want to practice that kind of renunciation. И все мы хотим быть отреченными подобным образом. Все мы практикуем такого рода отречение. You don't have to change your situation. You just stay in whatever position you're in and hear about Krishna. Вам не нужно как-то менять свое положение, вы должны оставаться там, где вы находитесь, и просто слушать о Кришне. That is actual renunciation. Это и есть истинное отречение. Is it clear? You understand? Понятно? Да, спасибо большое. Yes, thank you very much. Any other question? Еще вопросы нет? Кого можно считать браманами? Кто следует ведической культуре, да? Или вот у нас много разных культур, разных конфессий, да? А вот есть, которые служители, монахи в разных монастырях, они являются браманами? Who are brahmins? For example, we have brahmins in our culture. But, for example, in as a religion,
for example, different monks? Are they Brahmins or not? Well, some people claim the status of being a Brahmin on the basis of birth. Некоторые люди получают статус брахмана на основе своего рождения. They claim that because their father is a brahmana, because their father is a brahmana, they're also brahmins. И поскольку их отец является брахманом, то они также являются брахманами. And that is still common today in India among Indian or Hindu people. И такого рода положение дел, оно все еще существует в Индии среди индусов или среди хинду. Generally, someone's born in a brahmana family, it gives them a higher status in the society. То есть, если кто-то родился в брахманической семье, у него есть более высокий статус в обществе. Because the brahmana is considered like the head of the social body. Потому что брахманы считаются головой социального тела общества. So, on the basis of birth, they claim this, that status. That, but they may not have the qualities of a brahmana. И только на основе рождения они получают этот статус, но они могут не иметь в действительности качеств брахмана. In Bhagavad Gita, in the 18th chapter, Krishna describes 9 qualities of a brahmana. И в 18 главе описано 9 качеств брахмана. Cleanliness, чистота, austerity, peacefulness, аскетизм и милосердие, self-control, самоконтроль, wisdom, knowledge, religiousness, знание, религиозность. Like there are 9 different qualities. 9 различных видов. So, one who is a brahmana, he should actually cultivate these qualities. И тот, кто в действительности является брахманом, должен развивать в себе эти качества. Now, just to be born in a family of a brahmana is not actually qualify one as a real brahmana. То есть тот, кто родился в семье брахманов, не обязательно имеет такую квалификацию. Your father may be a doctor, does not mean you are a doctor. You still have to qualify. Например, если ваш отец является врачом, то не обязательно, что вы являетесь врачом, вам нужна квалификация для этого. So, to be born in a brahmana family is an advantage for people, because generally a brahmana family will have some more culture, there will be more spiritual atmosphere. Generally, they would be more pure in their habits and cleanliness. Конечно, это большое преимущество родиться в семье брахмана, поскольку в таких семьях обычно поддерживается определенный уровень культуры, чистоты. So to be born in a brahmana family is an advantage, but still you have to qualify. То есть родиться в семье брахмана это большое преимущество, однако вы должны получить для этого все еще квалификацию. And one who is actually a brahmana should do the work of a brahmana. И тот, кто является на самом деле брахманом, должен исполнять работу брахмана. Many brahmanas, they say, they claim I wear brahmanas, but they work like businessmen, they are vaishya. Многие брахманы говорят, вот, я брахман, но они работают как бизнесмены, как вайши. And either many brahmanas, they're born in the brahmana family, but they have taken the job in the company, they become like a sudra. И те брахманы, которые рождаются в брахманических семьях, а потом идут на работу в большие компании и работают потом как шудры. Brahmana is only meant to do certain kinds of activities. They're meant to study scriptures and then teach the scripture. И брахманы, они занимаются лишь определенными видами деятельности. Они изучают ведические писания и затем обучают ведическим писаниям. They're meant to worship the deity and also teach others how to worship the deity. Они должны поклоняться божествам и также обучать этому других. And they're also allowed to accept charity and to give charity. И им также позволяется принимать пожертвования и давать пожертвования. But the criticism of brahmanas is that today brahmanas are expert only in one thing. Но вся беда брахманов в том, что сегодня они квалифицированы лишь в одном. Do you know what they're expert in? Знаете, в чем эта квалификация? Accepting charity.
принимать пожертвования. They live, they become like a parasite. In other words, they live off other people. И они живут как паразиты, то есть они живут за счет других людей. They are meant to contribute to others. Они должны отдавать другим. They are meant to give spiritual guidance and knowledge. Они должны давать людям духовное руководство и духовные знания. But they may not be doing that. Но они не делают этого. They may simply come and claim, I am Brahmana, give me some charity. Они могут просто прийти и сказать, я Браман, дайте мне пожертвование. Now there are different kinds of Brahman. Some are Vaishnava Brahman, means they're actually devotee. Также есть еще один вид Брахманов, Вайшнава Брахманы. То есть это значит, что это преданный. But other Brahmanas may simply be Karmakandi Brahmans. In other words, they just do rituals for material benefit. Но другие Брахманы, они могут быть лишь Кармаканда Брахманами. То есть они могут исполнять ритуалы для какой-то материальной выгоды, для материальной деятельности. Just like in the Krishna book, there's a pastime. Например, в книге о Кришне есть такая игра. The cowherd boys were all in the forest and they were hungry. They didn't get any breakfast. Все мальчики-пастушки, они были в лесу, и они были очень голодны, они не завтракали. But then they saw there were some brahmanas nearby. They were doing a yagya. Но они увидели брахманов неподалеку, которые делали ягью. And they prepared a lot of food for the yagya. И они приготовили очень много пищи для этой яги. So the cowherd boy said, "We will go and ask them for some charity." И те мальчики побежали туда и хотели попросить у них пожертвования. We will tell them Krishna's here, and he's hungry. Didn't get any breakfast, so give some food for him. И мы скажем, здесь неподалеку Кришна, и он совсем-совсем голоден, он не завтракал. Пожалуйста, дайте что-нибудь для него. So the cowherd boys went to the brahmanas and they asked the brahmanas, dear brahmanas, can you kindly give some food for Krishna and Balaram? И эти мальчики-пастушки побежали к этим брахманам и сказали, дорогие брахманы, не могли бы вы доброте душевной дать немного еды для Кришны и Баларамы? And the brahmanas just и брахманы просто отвернулись. They didn't say no, they did not reply, they just ignored the cow. И они не сказали нет, они просто проигнорировали, не ответили. So they came back and told Krishna what happened. И они вернулись обратно и рассказали обо всем Кришне. Krishna said, don't worry about it. И Кришна сказал, не беспокойтесь о том. Some begging is like that. Sometimes people give, sometimes they don't. Когда мы попрошайничаем или просим милостыню, иногда происходит таким образом. Иногда люди дают, а иногда не дают. And Krishna said, go to their wives, go to the wives of them. И Кришна сказал, вы сходите к их женам. And when the cowherd boys went to the wives of the brahmanas and told them, Krishna and Balaram are nearby, and they're hungry, they would like to have some food. Then the wives, immediately they brought so many armfuls of food, they came running to give to Krishna. И когда эти мальчики-пастушки пришли к женам брахманов и сказали, что здесь неподалеку Кришна с Баларамой, они очень голодны, и жены брахманов просто быстро насобирали еды, огромное количество, и аж побежали к Кришне. Because they'd heard about Krishna before, they'd never had the chance to see him. Потому что они раньше слышали о нем, но у них никогда не было возможности увидеть его. And when they heard he was nearby, they came running. И когда они услышали, что Кришна находится неподалеку, они побежали к нему. But the brahmanas, their husbands, they're brahmanas, but they didn't recognize Krishna. Но их мужья брахманы. So better than a brahmana is a Vaishnava. То есть вайшнава лучше брахмана. One who is a Vaishnava, he is also Brahman. Тот, кто является вайшнавом, также является брахманом. Generally, we say brahmana means a symbol of the mode of goodness. Обычно мы говорим, что брахман является олицетворением гуны благости. And devotees, we are also meant to cultivate the mode of goodness.
И преданные также должны развивать в себе гуну благости. Мы также должны развивать в себе брахманические качества. Чистота и правдивость это очень важные качества. There's a story about the young boy who wanted to get admission into the school. Есть история о маленьком мальчике, который хотел поступить в школу. Now the school was really meant for training the young Brahmin boys to become Brahmins. Эта школа была известна тем, что она очень хорошо обучала мальчиков брахманической культуре. So the young boy came to head teacher and he asked the teacher, "Can I come to your school?" So the teacher said, "Who is your father?" И этот мальчик пошел в эту школу, пришел к учителю и сказал, "Я хочу учиться в вашей школе." Тогда учитель спросил, "А кто твой отец?" Because the head teacher thought, "If I know who his father is, then I will know, you know, if he's qualified to come in the school." Поскольку учитель думал, что если я узнаю твоего отца, то я смогу понять, насколько он квалифицирован учиться в этой школе. So the young boy said, "I don't know. I don't know my father. I will have to ask my mother." И мальчик ответил, "Я не знаю ничего о своем отце. Я спрошу матери." So the boy went home and asked his mother, "Who is my father?" Поэтому мальчик отправился домой и спросил у мамы, кто мой отец. And the mother said, "I don't know." И мать ответила, "Я не знаю." So the boy came back, told the teacher, "My mother didn't know who is my father." И этот мальчик вернулся в школу и сказал учителю, "Моя мама не знает, кто мой отец." So the teacher said, "Oh, okay. You can become a student in our school. No problem." И учитель ответил, "О, ты можешь стать учеником в нашей школе. Никаких проблем." Because the teacher understood this boy is very truthful. Поскольку учитель понял, что этот мальчик очень правдив. You know, we would feel, "Oh, my mother didn't know who's my father. Maybe I'll just make up a name. I'll just tell some name and just." But the young boy told the truth. He said, "My mother didn't know." So the teacher said, "This boy is very truthful. This is Brahmin. He's a Brahmin." Мы бы на его месте подумали, о боже, какой стыд. Моя мать не знает, кто мой отец. Мы бы, скорее всего, придумали бы какое-нибудь имя. Но этот мальчик сказал правду о том, что его мать не знает, кто его отец и Брахман. Поэтому его качеству по правдивости определил, что он имеет эти брахманические качества. So, you become a student in our school. И поэтому дал ему разрешение быть учеником в этой школе. Now, Prabhupada, when he was a young man, he was a chemist. He studied science and chemistry. He became a manager in a chemical company. Когда Прабхупада был молодым, он был менеджером в химической компании. So one time he was in Mayapur and he came to one place and it was not clean. The devotees hadn't cleaned it. И однажды он был в Майяпуре в каком-то месте, но оно было не совсем чистым, преданные недостаточно держали его в чистоте. When Srila Prabhupada would come, he would always walk around the compound, walk around the land and look, make sure everything was maintained nicely and kept clean. И Прабхупада ходил по территории этого места и смотрел, все ли поддерживается в должном состоянии, все ли чисто. So he came to this one place, but it was not clean. It had to be properly cleaned. He was very upset. И когда Прабхупада приехал в это место, увидел, что оно недостаточно чисто, он очень расстроился. And Prabhupada gave the example. He said, just like there's a chemical equation. I don't know if you can translate that. Did you ever study chemistry? Yeah. You did? Yeah. So, in school. Sodium hydroxide plus hydrochloric acid. Ну короче, H2O плюс HO, да, насколько я понимаю. Gives salt, sodium chloride plus water, H2O. Дает хлорид натрия и воду. Я могу соврать, но вот что-то в этом будет. Right. Wherever something a bit with sodium hydroxide, we call it a base in English. It means like a neutral substance, but base plus acid. An acid in contact with this substance, acid comes in contact, you get a reaction.
В общем, вот это вот, ну, как бы основная база, да, вот формула какая-то есть, как основа, и когда к ней оксид какой-то добавляется, то они, вот эта вот нейтральная часть оксид, вступают в реакцию. It's in the same way, whenever a Brahman contacts a dirty place, they have to clean it. И точно таким же образом, когда Брахман контактирует с грязным местом, он должен его вымыть. If you don't clean it, you're not a Brahman. Если ты его не вымыл, ты не Брахман. This is the quality of the Brahman. Вот таково качество Брахмана. You cannot say, oh, I didn't do it. It's not my dirt. I didn't do it. No, it's a dirty place. You should clean it. Брахман не может сказать, ой, это не мое место, я не буду его мыть. Нет. Если это место нечисто, Брахман обязательно его очистит. We should clean the hearts of all the people. Мы должны очищать сердца всех людей. That's the real Brahman. Это и есть настоящий Брахман. There are two words in the Bhagavad Gita, Prabhupada explained. There's a Brahmana and a Kripana. Brahmana means he's very generous and kind to others. So Kripana means a miserly person. В Бхагавад Гите Шрила Прабхупада объясняет два слова Брахмана и Крипана. Брахмана – это тот, кто очень мягок и очень добр ко всем живым существам, а Крипана – он скупец. You know that verse in Bhagavad Gita? It's a very important verse. Знаете этот стих в Бхагавад Гите? In the beginning, second chapter. Во второй главе. I think text number 8. Восьмой текст. Карпанья дошо пахата свабава. Карпанья крипана. Miserly person. So don't be крипана, be брахмана. Не будьте скупцами, будьте брахманами. Стих выучили. Постараемся. We have learned this verse. We have learned this verse. Try to practice it now. Okay. So that's in the purport. Prabhupada talks about the Brahmana and the Kripana. И в комментарии к этому стиху Прабхупада объясняет, кто такой Брахмана и кто такой Крипана. Miserly person, they have money. Smell it. Count it every day. Never spend it. Скупец, он постоянно считает свои деньги, нюхает их, но никогда их не тратит. But devotee will use everything for Krishna. Но преданный использует все для Кришны. So Kripana, they have the human body, they don't want to use their human life for Krishna consciousness. То есть Крипан — это тот, кто, обладая человеческим телом, не использует его для сознания Кришны. That's miserly. Это и есть скупец. But a Brahmana understands that human life is meant for Krishna consciousness, to cultivate higher consciousness. Но Брахман понимает, что эта человеческая жизнь предназначена для культивирования сознания Кришны, высшего сознания. Have to make proper use of this life. И поэтому мы должны использовать эту жизнь должным образом. Don't be miserly. Не будьте скупцами. Don't waste your life. Не тратьте попусту свою жизнь. Just only eating and sleeping, mating and defending. Занимаясь только едой, сном, обороной, самоуправлением. Brahmanas. Таковы брахманы. We need brahmanas in society. И поэтому нам нужны брахманы в нашем обществе. Lord Buddha came, it was a reaction against the brahmanas. И когда приходил Господь Будда, была своего рода такая реакция против брахманов. Because the brahmanas had become degraded and corrupted. Потому что брахманы деградировали и стали коррумпированными. They had become materialistic. Они стали материалистичными. They were killing animals in the name of sacrifice. Они убивали животных под видом жертвоприношения. And in this way they were becoming rich. И таким образом они становились богатыми. So Lord Buddha came, he led the people, he said, don't follow the paths. И когда пришел Господь Будда, он сказал людям, не следуйте ведам. So you don't follow the Vedas, you don't need any Brahmins anymore.
И поскольку вы не следуете ведам, то вам больше не нужны брахманы. Because the brahmanas are the only ones allowed to recite the Vedas and perform Vedic mantras, chant the Vedic mantras. Only brahmanas can do it. И поскольку только брахманы могут произносить какие-то ведические мантры и нести веды, только брахманы могут делать это. So the Buddhas, they are very much against the varnashram system, the designation of brahmins, and like they know this is very wrong. Поэтому он выступал против системы варнашрам, говорил, что это неправильно. The Buddhas say everyone is equal. И Будда говорил, все равны. Is everyone equal? Но являются ли все равными? Even in China, I ask people, is everyone equal? They say, no way. Not everyone. We know people are not equal. Даже в Китае я спрашиваю, все ли люди равны? Они говорят, нет, не равны не все. Somebody is rich and somebody is poor. Кто-то богат, кто-то беден. Somebody is healthy and somebody is sick. Кто-то здоров, кто-то болен. Somebody gets education, somebody doesn't. Кто-то получает образование, кто-то нет. Somebody is good looking and somebody is not. Кто-то красив, а кто-то нет. Where is the equality? Где же равенство? Well, spiritually, we're all. Духовно мы все равны. Anyway, Lord Buddha came and led the people away. He said, "Don't follow the brahmanas." Так или иначе, когда пришел Господь Будда, он увел всех людей от ведической культуры, от брахманов. Because the brahmanas were just killing the animals in the name of the Vedas. Поскольку брахманы убивали животных под видом жертвоприношения. And they were doing that just to get money from the people. И они делали это только для того, чтобы получить деньги от людей. But after Lord Buddha came, then Shankaracharya came. Но после Господа Будды пришел Шанкарачарья. And Shankaracharya brought back the Vedas. И он дал людям веды снова. He defeated Buddhism. И он разбил буддизм. And he established very good brahmins, very pure brahmins, very renounced brahmins. И он организовал, установил очень хорошую брахманическую культуру, в результате которой появились очень чистые, сильные, отреченные брахманы. But Shankaracharya was teaching only the impersonal. Но Шанкарачарья проповедовал лишь имперсональную философию. Buddha was teaching everything is zero. Будда говорил о том, что все равно нулю. Shankaracharya taught everything is one. Но Шанкарачарья говорил, все это единица. And then after Shankaracharya came, then the Vaishnava Acharyas came. И после Шанкарачарьи пришли Ачарьи Вайшнавы. And they thought the real understanding of the Vedas. И лишь они дали людям реальное понимание вед. And then Lord Chaitanya came and he brought the main points from each of the four sampradayas into one. И затем пришел Господь Чайтанья, и он взял основные какие-то философские вещи из четырех сампрадай и свел их в единую сампрадаю. Re-established the Brahmanical culture. То есть таким образом была переустановлена, перезагружена брахманическая культура. But for many years there were no brahmin. The brahmanas, you know, the brahmanas suffered a lot. Но многие годы брахманов не было, они очень сильно страдали. You had the Buddhas come and convert everyone to Buddhism. For some time the Buddhism came into India and everybody became a Buddhist. И на некоторое время буддизм пришел в Индию и каждый стал буддистом. And then you had the Muslims invade. They killed everybody if you didn't become a Muslim. И затем пришли мусульмане, и они убивали каждого, кто не становился мусульманином. So difficult to keep your brahmanical culture. Поэтому очень сложно поддержать свою брахманическую культуру. Окей. Харе Кришна. Харе Кришна. О, very nice. Очень замечательно. Who has made today? Did you make? Yeah?